слышно что-нибудь про Кейт Уолкер? Нет, сэр, пока ничего. Она должна была приехать в Нью-Йорк 3 недели назад. Боюсь, уже поздно, ее не вытащить. Кейт Уолкер пропала. Позвоните ей. Сибирия — это остров. Остров, затерянный в океане. Никто не верит в Сибирию, но они все ошибаются. Остров покрыт травой в рост человека. Это удивительная трава. Она растет из-под снега. Мамонты ее постоянно щиплют. Они вечно голодны. Ганс, вам надо отдохнуть. У вас жар. Отвези меня на Сибирию, Кейт Уолкер. Мамонты, Сибирия. Все это просто выдумки. Детские фантазии. Обещай, Кейт. Сэр, она не берет трубку. Так перезвоните, черт возьми! Алло, мисс Уолкер, с вами хочет поговорить... Дайте трубку. Алло, Кейт! Кейт Уолкер? Отзовитесь, будьте другом! Я знаю, прошлое задание было не из легких, но фирма ваши заслуги не забудет, уж поверьте! Возвращайтесь домой. Ну что вам там делать? У черта на рогах! У вас работа в Нью-Йорке, друзья, жизнь... Кейт! Кейт Уолкер! Обещаю, Ганс Фуральберг. Поедем на Сибирь. Кейт Уолкер, это машинист Оскар. Оскар, ты звонишь по телефону? Господин Фаральберг изготовил для меня подобное устройство из подручных средств. Ваш миниатюрный прибор послужил ему образцом. Это поистине уникальный специалист. Кейт Уолкер, я хочу сообщить, что мы прибыли на станцию. И что это за станция? Она находится в городе под названием Романовск. Ладно, схожу посмотрю, что тут интересного. Будьте осторожны, Кейт Уолкер. Как всегда, Оскар. Нет, спасибо. Погода не для душа. Добро пожаловать в Романовск, последний оплот человечества на пороге бескрайней дикой ледяной тундры. Емельянов, полковник в отставке, страж порядка и продавец универсама. К вашим услугам, мисс. Добро пожаловать, дамы и господа. Романовск, ворота в тундру, последний город перед бесконечными просторами снежных полей. Да, вот только не нужно это никому. С тем же успехом я мог бы быть снеговиком. Вот это прием!